Я вам сейчас скажу такую важную вещь, как сделать так и что нужно делать, чтобы никогда, ни при каких ситуациях не болеть. Вам рассказать, что нужно делать для этого, чтобы прожить жизнь счастливо, красиво и никогда не болеть. Умываться, чистить зубы, хорошо питаться, заниматься спортом, бегать, прыгать, не пить, не курить, отказаться от колбасы, а чего еще? Не объедаться на ночь, и вы будете здоровы. Вы будете, никогда не будете болеть. Знаете что, я говорю вам сущую ерунду, потому что есть люди, которые ведут очень правильный образ жизни, здоровый образ жизни, но тем не менее они болеют. От болезни никто не застрахован. Поэтому вот это рисовать себе картинку, что если я не буду пить, я не буду курить, я буду хорошо питаться, я буду заниматься спортом, я не буду гулять, дальше, и я никогда не буду болеть. Все это ерунда. Так же, как и ерунда тех, что много едят и ведут нездоровый образ жизни, и те болеют, и другие болеют. Никто от болезней не застрахован. Поверьте мне, что от этого никто не застрахован. Вот и все. Так же, как и не застрахованы от старости, до которой мы доживем. Вот так, вот такой мы. Что делать? А что делать? Живите, живите правильно, живите хорошо. Конечно, не докапливайте злость, не завидуйте. Вот это очень губит. Зависть, злость какая-то. Не лгите. Вот живите для себя, не для соседа, не для кого-то. Не в дань моде. Вот сегодня модно, допустим, прыгать там. Или мода там что-то, допустим, мы сегодня хлеб не едим, а завтра будет модно, и мы будем его опять есть. Или что-то другое. Не едите, читайте, заходите в интернет, смотрите. Но вот знаете, есть такой, мне очень понравился волчий закон, как когда-то сказал Кашпировский, какая у вас диета? Вот я хочу кушать, я ем, не хочу, меня никто не заставит. Такой тоже есть метод. Я живу, но жить правильно, конечно, не быть же каким-то там жлобом или каким-то гадом таким уже по жизни. Быть просто нормальным человеком. Но чтобы быть здоровым, ну нет такой формулы, нет такого правила. Потому что по жизни я знаю миллион людей, которые, ну нельзя ни к чему прицепить, ну нельзя ни к чему прицепить. Ну смотри, боже мой, семья – это благополучнейшая семья. Люди культурные, люди воспитанные, люди вот интеллигентные во всем. Как я говорю, интеллигентные в еде. Никогда он не переест, никогда ничего не съест. И тем не менее очень тяжко болеют. И никакие деньги не помогут, и никакая правильная жизнь не поможет. Вот такое мое видео. Понравилось, не понравилось, но это моя такая думка. Вот я и сказала, я вам скажу, что я вам сказала чистую правду. Мы ни от чего не застрахованы, но жить нужно правильно, красиво, по-доброму, любить друг друга, уважать друг друга, ценить вот эту жизнь, ценить вот эти маленькие мгновения, из которых состоит наша жизнь. А жизнь – это тоже одно мгновение. Всего вам доброго.